Первая сессия Брестского городского совета депутатов 29-го созыва состоялась сегодня в областном центре. Вопросов на повестке дня было несколько. Образование постоянных комиссий и избрание их состава, утверждение регламента, а также избрание председателя, заместителя председателя и президиума. Депутатов 29-го созыва – это 40 человек, те, кого избрали жители города над Бугом на недавно состоявшихся выборах, которые прошли 25 февраля. Правом голосования воспользовались 71,14% избирателей. Городская избирательная комиссия установила, что выборы проведены в соответствии с Конституцией и избирательным кодексом Республики Беларусь. И Брестский городской совет депутатов избран в правомочном составе. В голосовании приняло участие 71,14% избирателей. На 40 мандатов было зарегистрировано 82 кандидата в депутаты. Непосредственно ко дню выборов в избирательной кампании участвовал 81 кандидат. Избраны 40 депутатов, 12 из которых являются членами партии. 11 партии «Белая Русь», 1 либерально-демократической партии «Беларуси». Избранные депутаты – представители различных сфер и отраслей – госорганов, образования, транспорта, строительства и здравоохранения. Опыт успешной основной работы однозначно пригодится новым избранникам и в депутатской деятельности. К слову об опыте. Возглавлять Брестский городской совет депутатов продолжит Андрей Филонович. Его кандидатура была выдвинута на пост председателя единогласно и поддержана депутатами в ходе тайного голосования. Тот опыт, который есть, как делать, и знания мои помогут, чтобы мы, вот Кристина Николаевна словом говорила, чтобы в любом месте, только вместе, мы сделаем наш город еще продвинем вперед. Ну и, конечно же, сделаем все для того, чтобы те избиратели, которые за нас проголосовали, те наказы, которые они нам давали, обязательно их выполнить, ну и дальше двигать наш город вперед и не останавливаться на доске. Поэтому спасибо. Сегодня список задач, который стоит перед депутатами, широк, однако нерешаемых среди них нет, ведь команда собралась сильная.